мы снова с вами. Это ваш любимый злой папа Смит. Давай, ты злой, я любимый. А, хорошо. Это ненависть, как когда тебя ненавидят, это как? Хрен тебя знает. Короче, как мне там сказали, бородатый хер и все такое, папа Смит. Смотрите, смотрите, видите, деньги плывут ко мне в карманы, постоянно, спасибо. Папа Смит и ваш любимчик, Вадюха, красавчик из Голливуда. Значит, сегодня, смотри, поступил очередной вопрос. Вопрос это об асимметрии. Если человека, допустим, одна рука развита, а вторая встает на сантиметр другой. И второй вопрос это, что надо делать? И второй вопрос это, как начинать после долгого перерыва или вообще как начинать тренироваться. Но это не все. Мы будем отвечать на эти два вопроса в процессе тренировки. Сегодня ты будешь меня, поскольку ты проиграл, мерзавец, в прошлый раз со мной. Подожди, на груди. Проиграл, я тебе уступил. Да, не надо слова. Он там, а я видел, как он там писал, что он якобы мне там и поддался, там все такое. Ну, сегодня... Я буду ему поддаваться, потому что он будет делать сегодня плечи, мы договорились, а я буду стараться делать то, что делает он. У него плечи какие, а у меня их нет, поэтому... Знаешь, ты я как ты на веса не лезу, так что я буду работать маленькими весами, у тебя есть шанс не отстать от меня. Хорошо, я сегодня пробую от тебя не отстать и параллельно отвечаем на вопросы, которые я тебе сказал. Поехали. Начнем, плечи. Давай. Мое любимое упражнение, как говорит мой брат, это махи, гантели. Заметьте. Или, как говорят американцы, literal races. Пятерочка. Отлично. Это вылезть на 50. Я с тобой. Я с тобой. Техника, да? Важно. Техника абсолютно. Абсолютно. А теперь считай. Кисть немножко вниз. Как говорят любители, перевернутый стакан. Выливаете воду из стакана. Что это нам дает? Это центральный пучок. Задействует задний пучок. И, конечно, трапециевидные включена. Я обычно так не делаю, но поскольку у Вадюхи больше и то, и другое, я сегодня буду делать, как он. Кстати, музыка, которая звучит на фоне, принадлежит моему сыну, рэперу. Вы можете ее заказать, если захотите. Мы вам бесплатно вышлем диск. Новый. До востребования. 35? 41. 41. Я не считал, он врет. Стопудово врет собака. Да завязывай уже, харе. Сколько? Полтинник? 50. Окей. Сейчас, пока ты отдыхаешь, а я делаю, и никто не видит, как я делаю, ты отвечаешь на вопрос, как изменить асимметрию в мышечном размере. Вот отвечай, только отвечай, не забывай, что микрофон вот здесь. Вот здесь микрофон. А, и то есть мне надо стать тебе. Чтобы меня все видели. Да. Отойди, чтобы я тебе по яйцам не задел. Да, по яйцам аккуратно. Вот так нормально? Ну как тебе угодно, заради бога. Нет, я про технику спрашиваю. Так? Да. Пойдет? А если чуть выше, вообще прекрасно будет. 8. 9. Все, рассказывай. 10. Асимметрия. Как ее исправить? Нужно начать для начала тренировать отстающие мышцы, отстающие места. Это важно. И начинать тренировку со слабых мышц, а не сильных. Большинство людей пытаются, скажем, с тренировки ног начать с приседаний, потому что пока якобы у него много для этого энергии. Это глупо. Я это делаю в самом конце. Начинаю с изоляции. Разогреваю связки мышц, суставы. То же самое с остающими асимметричными мышцами. Нужно поймать свой индивидуальный угол и точку сокращения, растяжения мышц. Тогда она начнет на вас работать. И вы увидите, как быстро она начнет восстанавливаться и догонять ту мышцу, которая сильнее. Скажем, правой или левой руки. Не имеет значения. 48. Опля. 50. А если я даже соврал, то люди считали, пока ты серьезно рассказывал сказки. Ну, если ты чуть не обосрался на пятерках, что будет на десятках? Посмотрим. Старая гвардия. Я же тренировался по штангистской системе. На одну минуту пусть батя отдохнет. Отдышусь. Не, на самом деле. Херня полная. Да, это понты сейчас. Две минуты. Две минуты. Делай как хочешь. Бери веса какие хочешь. Твоя задача выполнять тренировку так, как ты ее делаешь. А я буду пытаться выполнить и повторить точности то, что делаешь ты. 7 килограмм, второй подход. Поехали. А я чувствую налив нереальный. Вены пошли, блин. И такое ощущение, что
сзади пучок дельты и трапеция прям поднимает. Два. Пока он считает, я отвечаю на вопрос тоже. У меня была в практике такая вещь, что у одного человека была левая рука меньше на 1.5 сантиметра, чем правая, бицепс, так? Мало того, я сейчас тренирую сборную по спортивным танцам международников. Они все перекошенные, то есть у них левая рука хорошо развита, потому что они стоят в этих позах, девочек держат, а правая очень слабо развита. И все это исправляется очень легко путем настраивания симметрии или же определения нагрузки на более слабую часть. Если рука левая слабая, значит, нужно ей давать больше повторений на несколько раз, чем более сильной руке. На самом деле, в течение 3-4 недель симметрия выстраивается в тело. Тело, привыкшее самоизлечиваться, саморегенерироваться. Поэтому, если вы задаете правильный месседж или правильную нагрузку, оно исправляется. Так же, как искривление позвоночника можно исправить, если оно не усугубилось до такой степени, что уже все, пипец, там все закостенело. Так что, на самом деле, если левая рука отстает на 2 сантиметра, то вы просто-напросто делаете, допустим, 16 повторений на левую руку и только 12 на правую, чтобы левая рука развивалась больше, а правая отставала в развитии. И тем самым вы делаете баланс. Ну что, сколько было? 50, сколько было? Сука, да, 30 от силы сделал, конечно, блин. Завязывай мне. Хорошо. 57 килограмм, да? 7 на 50. А теперь расскажи, пожалуйста, ребятам, пока я буду делать, как нужно начинать заниматься. Просто как начинать заниматься людям, которые долго не занимались. Которые долго не занимались. Которые долго не занимались, они возвращаются, да? Ага. Ну, в принципе, ничего сложного нет. Смотри, чтобы я тебе не заехал. Нужно начинать круговые упражнения, круговые тренировки. Грузить все мышцы, которые у вас есть, но не сильно. И нужно в первую тренировку убиться и, я не знаю, потешить свое дурное самолюбие, то, что вы смогли сделать то, что делали там, скажем, полгода назад, это будет неверно. А возможно, может быть травма. Или возможно, вы перетренируете мышцы настолько, что на следующий день тренировок вам не захочется идти, так как мышечная боль будет неприятна. Соответственно, желание пропадет. Начинайте с легких весов. Не надо никого удивлять. Удивите себя, в первую очередь. Начав грамотно грузить ту или иную группу мышц. Так, в принципе, ничего сложного нет. Я для вас Америку не открою. То есть жимы, тяги, приседы, разгибания, сгибания. В принципе, об этом все знают. Выберите для себя любимые упражнения, скажем, получаются лучше, чем нежели другие. Вот эти с ними. Не надо изобретать велосипед, его изобрели, научитесь на нем ездить. 40. А так, в принципе, в том же духе, в том же ключе. Правильное питание – это важно. Если вы будете питаться там 6-8 раз в день, ваши мышцы, ваш организм будет быстрее восстанавливаться. Некоторые думают, что сон восстанавливает наше тело. Нет, восстанавливает еда. Сон восстанавливает нервную систему. Так что не надо путать. Полтинник, Вадюха! Да, полтинник. Полтинник, но я чуть не умер. Но я чуть не умер, ребята. 50 повторений. Это у нас идет задний пучок дельты, центральный пучок и трапециевидная. Очень чувствую, забивается у меня. Вон у тебя как сдулся. Я даже руку поднять не могу. А я могу. Ну ты-то херачишь по 50, а у меня 20 повторений. Всегда было. Я-то на многоповторке. Ну да, а я на малоповторке. Ты понимаешь, у меня система сумля. Тише, тише, не бросай камень в огород. Я а то сейчас... не бросаю камень в огород, я, возможно, его проталкиваю. Это точно. Я этим самым его приподнимаю. Мне сказали, что после того, как ты начал его упоминать, у него просмотры пошли на миллион. Скажет, Вадим Геннадьевич, позвольте пожать вашу могучую руку, чтобы вы вспомнили обо мне. Чтобы не говори. Курируют иногда в ваших диалогах. Какой ты жестокий. Я не жестокий. Хоть тебя все любят, но ты жестокий. Заметьте, это он упоминает. Слушай, его. Меня я люблю, его не... Значит, есть за что меня любить. Так, если... Окей. Третий подход будем делать? Да. С каким весом? Возьмем уже как прошли через... То есть это мы уже семерки делали? Блин, будет 9. Ядрит твою мать. Ну, 9. Давайте сделаем паузу, я глотнул. 9 на я. Что ты говоришь, какая ошибка у меня? Твоя ошибка? Есть некие тонкости, да, в каждом упражнении есть свои тонкости, которые кто-то знает, который даже не подозревал, что они есть, такие тонкости. Когда делаю я махи,
да, я отключаю трапециевидную мышцу. А чтобы отключить ее, нужно сдвинуть. Ну да, потому что я сказал, что у меня трапеция сейчас забилась. А у тебя она забилась, потому что ты этого не сделал. Понимаешь, ты упустил эту тонкость, вот этот момент, нюанс. Ага. Потому у тебя забились и плечи, и трапеция. У меня забились только плечи. Ну покажи, как ты выключаешь. Век, век живи, век учись. Ты делаешь классика, да, Жан? А я включаю. Приподнял и двинь. Все, вот теперь. То есть ты просто-напросто включаешь ее, она гипертрофировалась, сжалась, и ты не даешь ей сокращаться. Работает только центральный и задний пучок. Короткая амплитуда движения. Сколько? 30. Сколько? 30. 30. Я не знаю, смогу ли я 30. Это 9 килограмм? Да. Не, вряд ли. Я жопу себе рвать не буду, конечно. И тогда... Вот так? Вот так? Да. И пошел. Вот. И она уже не работает. Только дырки. Бадик, какой же я здоровый, сука. Ты физически сильный. 4. Здоровый, ты, конечно, пошутил. Семь. Восемь. Девять. И пауза. На, сука, тебе. 30. О. Так. Я продолжаю его делать. Я продолжаю его. Подожди, ты сейчас вот это то, что подготовил, не сделал, ты просто догнал меня. Ага. Ладно, давайте отдохнуть нам чуть-чуть, пока мы готовимся ко второму упражнению. Ты сказал, будет задний пучок, да? Да, да, да. Задний пучок, да. Ну, тут следующий вопрос, который поступил, который, ну, наивный, конечно, это мы с тобой понимаем, а люди все-таки никак не могут понять, можно ли пить воду во время тренировки. Ага. А самый смешной вопрос, который поступил, это сколько надо выпить воды во время тренировки? Вот как ты объяснишь человеку, что это зависит от, сколько он весит, какой он большой, небольшой? Дело не в весе, и не какой ты большой или низкий, а, ну, с точки зрения, все просто, блядь. Есть жажда, пей, нет жажды, не надо пить через силу, да, как бы так. И люди, которые говорят, что когда-то, давным-давно, тренер им запрещал пить воду, ну да, СССР или СНГ, что это было, я не знаю. Это глупо, понимаете? Когда вы тренируетесь, у вас происходит обезвоживание, вы потеете, кровь густеет, а мышцы нуждаются в кислороде, который кровь тащит. Если кровь станет густая, она будет тащить это намного медленнее. И вы загнетесь на четвертом или третьем подходе. И А если вы не загибаетесь, то это только потому, что у вас организм вырабатывает выносливость. Но, ребята, вырабатывая выносливость, вы тем самым усугубляете здоровье в старости. И еще не факт, что вы доживете до 80 лет, как старики бывают, понимаете? Поэтому, может быть, ты молодой и красивый, и у тебя выносливое тело сейчас, но дотянешь ли ты до 40, как дотянул кто-то другой и тому подобное. И также, если вы пьете воду, ребята, пить надо маленькими глотками. 1-2 глоточка после каждого подхода. Тем самым у вас не будет жажды, да. Тем быстрее кровь, вода будет рассасываться организм. В организмом в нужном направлении. Электролиты, та-да-да, щелочь, там что там еще, да, там, да, там кислота, много, там все такое. Сложные процессы. Вот. А теперь хватит глупых вопросов. Покажи мне задний пучок дельты, я буду стараться выполнять, делать то, что ты, да, делаешь. Вот у нас есть такой станочек офигенный. Офигенный станочек. Офигительный. Офигительный. Офигительный перепипельный. Ну, понимаешь, как, опять же, какой вес там? Да какая разница? 70 ты поставил. Есть некие моменты, да? Кому что нравится, я не могу давать вам конкретные шаблоны. Кто-то берется так, кто-то берется себя приспособил вот такой момент. Да? Садимся на краешек, упираемся грудью и поехали. Главное, чтобы ваши руки и локти были параллельно полу. Если они провисают, нагрузка смазывается.
И обратите внимание на его глаза. Нет, они должны быть сосредоточены. Да потому что я зло. И выпученные, блядь. Агрессия. Как у Супермена. Я должен чувствовать этот пучок сзади. Каждый клетка. Какой ты злой, Вадюха. Так кто из нас злых? Злее. Он? Кто страшнее? Вадюха или Папа Смит? Я сбил со счета, наверное, 25. Ну пускай. 26. 8. А сбоку покажи, как она работает, дельта здесь. Ладно, пожалей старого, хватит. Пятерочка. 6, 7. Фу, ребята, не знаю, смогу ли я. Ну, попробуем. Что, грудей надо упираться вот так, да? Вот так, стал? Вот так? И вот так нормально? Ну, а вот так вот ты, вот так делал, разводу, да? Вот так. Пошла? Пошла. Ну, пучками это назвать сложно, пучочек. Потому что я в майке, ты не видишь их. А там снимешь майку, там, боюсь, пуки будут. Не показывай мое лицо. Не показывай мое лицо. Я бы показал. Назвать это агрессию очень сложно. Да, это только 21, да? 24, 25, 26, 27. Ох, чувствую. Не может быть. Все-таки я что-то делаю правильно. О, бля, пиздец. Пардон. 40. О, вот это я понимаю. Что, вес будешь увеличивать? Да, конечно. Значит, тема такая. У меня сейчас персоналка, человек ждет уже 5 минут меня. Вот. У меня уже как 20 минут персоналка. Вот, поэтому вы нам поднадоели, немножко времени у нас на вас нету. Это был 4-й подход с Вадиком на задний пучок. Я вам скажу так, что я ощущаю невероятную пруху задний пучок. У меня вопрос вот. Тебе единственный. Тебе понравилось 50-40 повторений? 50 это я никогда не делал, но я вам скажу так, лучше сделать 50, так как делает он, чем нахрен 6 подходов. По 8 повторений. Мне... Те, как делает и вы. Да, то есть обосраться там и все, и ни хрена. Вот где пруха идет, и вот где рост идет. Так что давай, ты делай последний, а мы будем с вами прощаться. До следующего раза задавайте Вадюхе вопросы. А мы делаем завершающий подход. И у нас будет много новых видео. Сейчас еще Сидоровича мы будем выпускать, как он подготавливается, как мы будем тренироваться. Вот. Также Владимир Иванович Дубинин и тому подобное. Подписывайтесь на наш канал. Кстати, скоро будет Вика, вице-чемпионка по фитнес-бикини, тоже отвечать на вопросы. У нее будет своя тема. Так что расширяемся, разрастаемся. Скучать вам не дадим. Ну, я не знаю. Ну, пруха, конечно, нереальная. Завтра мышцы будут болеть. Офигенно. До завтра, да? Давай. Фу, да, я сделаю. Давай. 40. Покажи Мишку, как он подходит. Покажи его, как он. Ну хоть на кучке встал. А что так легко-то? Но мы решим до конца. Мы решим вопрос до конца недели. На меня смотри. Уберите сумасшедшего. Он мешает мне, блин. Мой любимый тренажер. Поставь мне девушку красивую, я мне 120 сделаю. Где туфли, где каблуки? Вот там. Во! Сразу пруха пошла. Во! О! Ладно. Признаю. Молодой меня сегодня сделал. Или я поддался? Не, ну ты, конечно, брыкался как, ну, судя по твоему лицу, ты не поддался. Ой, ну ладно. Ты едва догонял. Так что мы только начинаем готовиться, если Бог даст, к осени что-нибудь навернем. Может быть, Вадик наконец-то... Если ты будешь тренироваться по моей схеме, ты навернешь. Окей. А если ты по моей, то наконец станешь сдуюсь. Мужчиной. Тогда я сдуюсь, да? Все, всем привет, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы Вадюхе. А мне можно не задавать, мне надоело. Не надо ему задавать, мне задавать. Все. Пока. Пока.